Всем большой привет, и вы на канале Светик Реборн Бэби. Сегодня у нас в запаковочке будет вот такая малышка из молда Сью-Сью. Даже с шариком вон сидит, деловая красавица. Малышка уже одета, на ней надет вот такое платьишко с лимончиками. Это платье боди. Вот такая зайка, у нее длинненькие волосики. И сделаны хвостики. Сейчас мы пойдем ее запаковывать. Пошли, моя зайка. Смотрите, какие у нее красивые глазки. Прелесть, девочка. Вот. И вот уже по традиции я переместила малышку вот сюда на кровать. И сейчас я вам покажу, что пойдет с малышкой. Вначале я хочу вам показать вот такие фотографии. Но побольше фотографий в конце видео вы увидите этой малышке фотосессии. Имени у девочки пока еще нет. Мамочка думает, пока не написала, как ее назовут. Поэтому в свидетельстве о рождении я оставила пустую строчечку. Вот такие подгузнички в подарок от фирмы Хаггис. И вот такой подгузничек на головку. Дальше вот свидетельство о рождении, памятка по уходу, бумага. Вот такая погремушечка пойдет в подарочек. Пустышка. Вот. Очень любит пустышку. Очень хорошо берет эту пустышку малышка. Так что продолжаем дальше. Вот такие очень маленькие носочки приготовила. Но я их надену на нее. Наши наклеечки. Солнечный зайчик. Ну и в принципе пупырка, пленка, все как обычно. Так что приступаем сейчас запаковывать подарочки, а потом и саму зайку. Ну вот, приступаем запаковывать подарочки. Подарочки, подгузники. Я покладу их вот в такой пакетик, вот такой с зайками. Вот. У нас уже вечер, пришлось включить искусственное освещение, что я не очень люблю снимать видео с искусственным освещением. Но так как я завтра уезжаю, и мне утром некогда будет запаковывать, я решила запаковать сегодня. Вот, подгузнички у нас здесь, они готовы, покладем вот сюда. И вот в такой красивый пакетик для маленькой принцессы. Мы убираем ее подарочки, ее любимую погремушечку. Вот. И ее пустышечку. Давай. Пустышечка у нее вот такая красивенькая с лисенком. Так. Этот пакетик тоже готов. Вот сюда его рядышком покладем. И сейчас уже приступим запаковывать маленькую зайку. Я надеваю на нее носочки. Они очень маленькие. Вот такие. Вот. Но они маленькие или нет, я и померила. Они довольно-таки ей хорошо. Вот так. Носочки готовы, надеты уже на эти пухленькие ножки. Посмотрите, как красиво выглядят. Вот так. Мы немножечко эту девочку развернем. Помашем всем вам пока-пока. Да, малышка? Вот. И сейчас я буду уже ее запаковывать. На головку я одела пакетик, чтобы волосики в дороге не помялись, не потерлись. Это оказалось очень удобно. Даже если малышка у вас долго лежит дома, то на подушечку, где она лежит, можно положить либо целлофановый пакетик, вот такой, но желательно, конечно, без рисунка, без ничего, чтобы малышка не покрасила. Ну вот. А теперь для защиты я одену ей подгузничек. Я понимаю, что многие смотрят и шокированы, но вы понимаете, и я это тоже прекрасно понимаю, что это просто куколка.
Я защищаю свою работу. Сейчас я ее запакую вот в такую пленку. Вот она, поближе вам покажу. И уже в пупырку, и потом уже с вами встречусь. Вот так я запаковала малышку. Вот, смотрите, очень компактно. Сейчас приготовила коробочку вот с такой бумагой. Сейчас ее уложу и вам покажу, как она там будет выглядеть. Вот так у меня получилось запаковать малышку. Сейчас мы вместе с вами уберем ее подарочки. Этот поменьше мы положим сюда. А вот этот побольше мы сюда. Осталось положить свидетельство о рождении малышки и ее фотографии. Я сейчас уберу все в один файлик. В этом же файлике памятка по уходу. И уберу в коробочку. Смотрите, здесь фотографии, а здесь свидетельство о рождении. Я аккуратненько укладываю в коробочку. Вот так. И все у нас готово. Сейчас я закрою коробку. И нужно будет ее отправлять. В конце видео, как обычно, будут фотографии с фотосессии этой малышки. А вам всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До следующего видео.